С приподнятым настроением идут славянцы на выборы президента России. Именно в эти важные дни определяется, каким курсом пойдет наша страна дальше, как будет развиваться ее экономика, от которой зависят благосостояние жителей и социальная сфера. Не осталась в стороне от голосования и многодетная семья Пономаревых из поселка Совхозного. На выборы они пришли вместе с детьми, чтобы на собственном примере показать, как важно участвовать в жизни страны. Мы живем в этой стране, здесь будут жить наши дети, наши внуки. Хочется, чтобы страна процветала, и хочется делать правильный выбор за того кандидата, которого вы считаете нужным. Кто приходит на участок, делает это осознанно, с чувством гражданской ответственности, понимая, что от их выбора зависит многое. Для меня это настоящий праздник, потому что я голосую много лет. Кто еще не проголосовал, пусть меня услышит завтра и послезавтра. Мы должны едины быть. А вам всем, которые здесь организовывают, спасибо. Организация высочайшая. Я просто ухожу отсюда счастливым. Каждый гражданин обязан реализовать свое право избирать, а это значит быть небезучастным к судьбе нашей большой страны. На избирательном участке 42-48 постарались создать прекрасные условия для голосования, и это оценили избиратели. Мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы жители приходили и голосовали. В настоящее время голосование проходит активно. Приходят молодежь, вновь голосующие впервые, поэтому пенсионеры. Поэтому надеемся на такую явку до 17 числа включительно. Впервые пришел на выборы студент Александр Сердюк. Этот день ему запомнится, как важный шаг во взрослую жизнь. Я сегодня голосую впервые. Я проголосовал за будущего президента России. Я думаю, что я сделал правильный выбор. С хорошим настроением активно голосовали славянцы. Действительно, отрадно было видеть, как много людей целыми семьями приходили на участки, чтобы сделать свой выбор, проголосовать за будущее России.